Вот у нас начало дня и такой вот трафик, как говорится, на реке. Все идут и идут баржи в сторону Франции. Это пустая баржа идет, мы видим. Вот, смотрите, видно, как за кормой. Рули, которые на этой барже, и сзади бурлит от винта такие вот белые волны. Она стремительно набирает оборот и идет в сторону Франции. Всем хорошего настроения. Подписывайтесь, не забывайте, на мой канал. Ставьте лайк, пишите комментарии. Пока-пока. Вот давно я не снимал такие вот маленькие буксиры, которые вот маленькие катера. Но это, по-моему, буксир маленький речной, который тоже вот работает здесь у нас на реке. Вот впереди я вижу у него, как говорится, приспособление для толкания баржи. Вот такие вот дела. Рио-Негро. Название баржи, которое я уже как-то снимал. Вот идет тоже загруженная каким-то гравием. Скорее всего, от нашего самого большого в Европе цементного перерабатывающего завода в сторону города Гент. Вот она стремится мчиться вдаль. Это баржа. Всем хорошего настроения. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Пока-пока. Вот у нас 15:00. Идет дождь. Погода 12 градусов тепла. Ну и я, как всегда, с вами, дорогие мои подписчики, снимаю для вас прохождение очередной баржи, которая идет вот напротив нас, стремится в путь, перевозя грузы по реке. Говорят, что сейчас вот такой транспорт перевозки грузов очень востребованный, потому что, во-первых, это дешевле, а во-вторых, там по палубе идет матрос, куда-то стремится вперед и вперед и перевозит вот такие грузы. Я имею в виду, это гравий, видимо, мелкий, который необходим для строительства дорог. Вот он проходит мимо нас. Это баржа из Нидерландов. Вот, а я не знаю, будет видно, что идет дождь. А вот там пришвартовались две белых яхты. Я думаю, будет видно. Вот они. На фоне старинных зданий пришвартовались. И, видимо, пойдут на экскурсии. Машины ездят. Вот такие вот дела. Всем хорошего настроения. Подписывайтесь на мой канал, ставим лайки, пишем комментарии. Пока. Не мог удержаться от такой вот картины. Одна за другой. Вон там уже даже далеко ушла баржа. А вот идет за ней следом вот такая баржа. И там уже пошла вон под мостом другая баржа. А тут мы видим такую красавицу. Я не мог не удержаться, не снять такую вот баржу. Посмотрите, какая красивая. Красавица баржа. Я имею в виду, покрашена вот таким оранжевым цветом. И идет, набирает ход, догонять хочет вот ту баржу, смотрите. Вот идут у них. Какой трафик на реке нашей Леска в городе Турне, Бельгия. Я снимаю для вас вот такие сюжеты. И приглашаю подписываться на мой канал, ставить лайки, писать комментарии.
всем отвечу взаимно. Хорошего дня. Пока-пока. Можно не снять вот такую красоту. Все идет. Баржа полностью груженная гравием. Для новых дорог. И вот впереди работает радар. И вот она проходит мимо нас с таким вот, как говорится, скоростью, не спеша, идет в сторону города Гент. И я хотел просто снять вам красивую такую баржу, которая вот проходит мимо, и сзади у нас, естественно, бельгийский флаг. И это баржа из Бельгии, порт приписки. Я не вижу, но мне кажется, это или Брюгге, или Антверпен, или город Гент. Всем хорошего настроения. Пока-пока.